Идем наш репортаж из стоянки под магазином Best Buy. Теперь у нас есть за***ная камера. И сейчас все будет хорошо. Всем привет. Нам удалось поговорить с продюсером игры Valkyria Profile 2. Че, давай. Сейчас поговорим с продюсером игры Valkyria Profile 2. Давай, пишет, да? Мы находимся на стенде компании Square Enix. Уважаемые читатели, к сожалению, первый день выставки стал последним. Дело в том, что сегодня губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал закон о полном запрете компьютерных и видеоигр. Отряды спецназа оцепили здание Convention Center и арестовали всех руководителей игровой компании. К сожалению, к счастью, нам удалось ускользнуть. И здесь для вас этот репортаж. Да нормальный звук будет. Послушайте, на Sonic the Hedgehog, Dead Rising, Final Fantasy 12 и многие... Всем привет! Мы начинаем наш репортаж. Всем привет! Сегодня 10 мая 2006 года, и мы начинаем наш репортаж из Convention Center города Лос-Анджелес. Выставка E3. Да, оставайтесь с нами. Всем привет! Вот и закончился текст, впечатления. Смешанные. Должны быть положительные, да? Соответствующее интервью ты можешь найти на... Are you a real gamer? I am a real gamer, definitely. Why do you think that? What is what? Why do you think that? That you are a real gamer? Why do I think that I'm a real gamer? А что здесь такое? И что можно делать здесь? Общаться. А с кем? Они все, они все с десами. Этот Wi-Fi работает. Мне вот как вот это вот с видеорепортажами абсолютно достает. Are you a real gamer? Yes, I'm a real gamer. And are you a real gamer? Yes, I am, actually. Are you a real gamer? Am I what? A real gamer. Yeah. Oh yeah.